Всем привет, с вами Розе. И это ивенты и обновления, то есть ивенты. До 22 февраля. Во время проведения ивента можно дополнительно получить тайный мешочек неистовства. Подземелье острова неистовства. В мешочке будет сияющая антикварная вещь от 30 до 50 штук. Знаки поручения от 100 до 300 штук. Цветок модификации, оружие, доспеха, украшения. Можно не получить. Зелье пробуждения низкого качества. Можно получить дополнительно с определенной вероятностью. Можно не получить. Следующий ивент до 2 марта. Период проведения ивента каждый день 9 часов по почте будет отправляться письмо. 1000 энергии НХ-сад. Сундук припасов для рейда клана. Одна штука. Расходнички. И последний ивент. Испытание в рейде клана до 2 марта. Период проведения ивента снижено количество ключей иного измерения, которое требуется для клановых рейдов до одного. Королева муравьев как был один ключ, так и остался, ну а дальше мутант Крумы требовал два ключа, стал один. Все рейды подземелья иного измерения уменьшены до одного ключа. Если вы тратили, мы посчитаем вот 6, 11, 15, 18, 21 ключ. Так мы будем тратить всего 6 ключей. И на этом пока все. С вами был Розе, всем до новых встреч.